Так, Бага Агаев. Бага, только что провел тяжелый бой с Сергеем Павловичем. Скажи, что пошло не так, чего не хватило для победы? Ну, честно сказать, я не считаю, что я проиграл. И я с судейским решением не согласен. Ну, судьи решили так. Наверное, пускай так и будет. Я даже не знаю, чего не хватило. Может быть, где-то недоработал. Так тяжело сейчас сказать. Надо пересмотреть бой и сделать выводы. У вас не получилось перевести бой в партер. Почему? Я даже не знаю. Я на самом деле этот бой строил так, что я должен был его перевести в партер и работать там. Но почему-то в один момент как-то я решил делать все по-другому. Ну, не знаю, я просто почувствовал, что в бою с ним именно надо работать так, давить и стараться бить его. Вот. И в принципе это все проходило. И я вообще как бы считаю, что победа моя. И я не согласен с судейским решением. Чувствовали, что несколько раз серьезно потрясли соперник? Да, я чувствовал это. Не доработал. Вот в этом минус мой. То есть, когда я болтанул его, надо было доработать. Ну, я этого не сделал. Вот, и упустил, может быть, шанс свой на чистую победу. Можно ли сказать, что Сергей самый тяжелый ваш соперник за карьеру? Если честно, это один из моих тяжелейших боев, потому что я редко провожу бои в 3 раунда. Обычно у меня бои вначале заканчиваются в 1-м раунде, поэтому можно сказать, что это один из самых тяжелых боев моих. Кого бы из соперников вы бы еще отметили в своей карьере? Тяжелых? Кевин Рэндлман, безусловно, это сильный очень боец был. Царство небесное, он сейчас умер. Очень хороший человек и очень сильный соперник, потому что я с ним дрался в весе до 93 килограмм, и он меня перевел очень легко в партер. И меня вообще редко кто легко в партер переводит, а он меня перевел очень легко и очень хорошо контролировал меня. Вот. Ну, один из таких тяжелых соперников, я вот его хочу отметить. Какие планы теперь на будущее? Будете ли вы еще драться в Fight Nights? Ну, конечно, смотря какие предложения будут. И, конечно, это, в принципе, мой рестарт сейчас, грубо говоря, перезагрузка. Я буду драться и буду совершенствовать каждый день, стараться. Бага, что думаете по поводу возвращения Федора Емельяненко? О, я думаю, это вообще шикарно. Федор – это все для ММА российского. Я, на самом деле, очень рад. И любой его бой посмотреть, каждый раз это сенсация. С кем бы он ни дрался, где бы он ни дрался, это, ну, сенсация. Для меня, по крайней мере, я не знаю, как для других. Поэтому я думаю, что он, спасибо ему за то, что он может нам доставить такое удовольствие. Вопрос вам как к ударнику. Скоро большой бокс. Поветкин против Уайлдера. Как считаете, Александр выиграет? Поветкин нокаутом. В каком раунде? В 8-м. Бага, скажи пару слов своим болельщикам, которые сегодня за тебя болели. Ну, в принципе, главное, бой классный. Согласен. Да, я согласен. На самом деле, бой один из таких шикарных. Я мечтал давно провести такой бой без борьбы, именно стойки подраться. Потому что, ну, это тоже большой опыт для меня. И болельщикам хочу пожелать, и кто болел, и кто не болел за меня, спасибо вам большое, что вы вообще смотрите ММА. Благодаря вам этот спорт развивается, благодаря вашим плохим, хорошим оценкам, грубым оценкам, любым оценкам мы поднимаемся. Спасибо вам огромное и желаю всем вам здоровья и, самое главное, мира. Мира, мира, мира среди всех людей на земле. Вот я чего самого главного желаю. А мы вам желаем лагерей без травм и только побед. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо от души.